Сегодня я буду играть вот на этой вот Аене, как ни странно, в моб Аену, да, и в принципе давайте будем сразу же начинать, там какой-то слайм бегает у входа, короче, в принципе давайте будем начинать, здесь у нас информация, здесь у нас настройки, ну начнем, наверное, с какой-то информации, только здесь что-то на английском написано, поэтому, в принципе, ну, я особо тут много ничего не пойму. Да, тут есть, конечно, всякие вот такие вот правила, да. Вот название карты, вот кто ее сделал, в принципе, окей. Но здесь написано то, что это аркады, ПВЕ, стиль мини-режимов. Это, в принципе, все видно, все понятно. Короче, суть такая, то, что здесь будут именно зомбаки, у которых будет несколько уровней, и они будут со временем, с каждым раундом все сильнее и сильнее, да. Это у нас, если что, киты. Да, то есть ты можешь любой выбрать. Но я сразу скажу то, что я, ну, вообще обычно, когда я снимаю карты, я перед этим играю. Но на этой карте я играл уже, наверное, чуть ли не месяц назад, поэтому я здесь уже ничего не помню. Да, в принципе, давайте будем начинать, да. Так, давайте, например, вот этот кит посмотрим. 1000 скорость атаки. Острота 20. Небесная кара 1. Прекрасно, да. Лук на силу 20, откидывание, воспламенение, защита 20, огнеупорность, яблоки и голова чья-то. Ладно, в принципе, давайте еще посмотрим, например, стандартный кит, вот где-то вот он, да. Защита 3, защита 4, защита 3, острота 13, небольшая отдача заговор огня, сила хуже, ну не знаю, может быть для начала я возьму, наверное, стандартную броню, чтобы было все честно. И выберу, наверное, средний уровень сложности. Там, по-моему, это можно выбрать, насколько я помню. Ну и еще раз скажу то, что карта действительно мне очень понравилась. И я хочу сейчас ее все-таки пройти, да, так сказать, да. Пройти эту мопоену. Она действительно будет интереснее, чем ту, которую я снимал год назад. Ой, отдай меч! Меч-то отдай, Вася, блин. Отдай, спасибо. А я могу у тебя стоять на груник? Ладно, не буду этого делать. Так. Все, спасибо. Уже книги решил украсть. Так, например, сложность. Easy, normal, hard. Ну, я буду по дефолту. А вот написано дефолт. То есть оно и так стоит. Давайте, пускай как по дефолту стоит, так и будет. Вот, например, бесконечности времени мне дается. Но я себе поставлю, наверное, 15 минут, потому что все-таки я записываю, как ни странно, видео, да. И у меня здесь, кстати, почему-то голод тратится на удивление. У меня вроде такого не было. Или было, я не помню. Ладно, где-то здесь мы начинаем. Здесь у нас даются золотые слитки. Это что такое? А фиг его знает, что-то такое. Короче, вот старт. Начинаем. И, в принципе... А я что, яблоки не взял, что ли? Это самый гениальный человек. Вот я самый гениальный человек просто, ладно. Окей, вот у нас начинается первая волна. Она, в принципе, вообще не страшная. Я это, в принципе, знаю и помнил и так далее. Это, в принципе, и так любому человеку понятно, что первая волна будет не такая уж и опасная. Так сказать, разминочка небольшая. Поэтому мы сразу бежим на этих зомбарей. Сейчас будем их постепенно валить, да. В принципе, что я могу еще сказать, да. Я сам, блин, не играл уже, наверное, месяц где-то, да? Поэтому, если я буду играть так себе, то не удивляйтесь, да. Вот, кстати, сейчас уже надо было, наверное, отойти немножечко подальше, но нам показывается то, что зомби 27 сейчас. И они все сейчас подохнут из-за огня. Вот это самое здесь неприятное, то, что ты можешь зомби вообще здесь не трогать, но они больше половины перемрут просто из-за этого огня, да. На самом деле, достаточно, так сказать, читерская защита у меня, да? Вот, смотрите, я их сейчас буду выстреливать. Прикольно, прикольно. Вот, смотрите, все, осталось сколько? Осталось 2. Все, отлично, то есть, достаточно легкая волна, но третья уже, наверное, будет поопаснее. Я лучше отсюда отъеду. Что за исцеление? Откуда оно у меня взялось, не знаю. Я, короче, сейчас отбегу, потому что третья волна, насколько я помню, она более опасная. И, короче, вот как-то так. А он сейчас помрет сам. Так, надо отсюда валить подальше, пока не поздно. Да. Кстати, я забыл еще сказать то, что это примерно как на Бедварсе. Если зомби дойдут до этого жителя, то я проиграю. Это даже не совсем мопоен, это действительно как мини-игра какая-то. Да, и пишет то, что 89 зомби, у меня аж лагать начинает уже. Да. У них, кстати, уже третий уровень. Смотрите, как они несутся просто. Смешно, да. Так, отлично. Отлично, отлично, отлично. Я думаю, что мне это особо не поможет. Но они уже здесь. Жителя валят. Ягоды. Они уже валят жителя. Стоп. А! Нет, не хочу помирать.
Так, я умех, ребят. Ребят, я умех. Житель, живи. Житель, живи, пожалуйста. Так, все, нападаю, нападаю. Отлично, отлично. На. Да, если что, их можно вот так вот менять. В зависимости от того, что есть ли зомби здесь или нет. Так, лучше бы я здесь на шифте, конечно, стоял. А то, блин, меня подвалит постепенно. Да, и это последний зомбак. Они все из-за огня, по сути, умерли. Их там было около 90, что ли. Ой, так, до свидания. Все, надо валить. Это у нас четвертая сейчас волна. Нихера себе. Нихера как лагает. Капец, посмотрите, сколько их. Это жесть. Тихо, тихо, тихо. Ой, блин, они уже летают, смотрите. Они уже не просто бегают, они уже наркоманы совсем. Так, надо спасать же. Надо базу спасать свою. Валю. Так, на шифт сяду. Жителя не трогайте, пожалуйста. Прошло, получается, по времени, я смотрю, 3,5 минуты. Что достаточно неплохо. Там один зомби остался. Так, ладно. Ладно. Сейчас поднимемся. А, он через верх пошел. Чтоб тебя... Ты что так летаешь-то? Я реально охренеть успел. Так, а пятая волна, это что за зомби? У меня уже... Ой, они летают. Почти 200 зомби. Вы что, издеваетесь, что ли? Хорошо, что они хотя бы сгорают быстро. И потом уже не лагает, и как-то нормально, да. Но на самом деле, действительно, их такое количество, то, что прям капец как лагает. Так, а зомбаи-то уже здесь. Зомбаи-то уже здесь. Я так понимаю, жители они начинают убивать, когда вот там стоят. Чтоб тебя не убивать, жителя. Мне еще на 3 раунда тебя растянуть надо. Да. Да, мне жители на целых 3 раунда еще надо растянуть. На этот еще на 2. Не знаю как, правда, но попробую. Так, давай. Буду как-то вот выстреливать постепенно. Так, ну особо у меня это не получается. Смотрите, как быстро померли. Уже 4 осталось. Смотрите, подлетают. Вот что 5-й уровень делает. Или это раньше они делали. Что за уровень-то зомби, я так и не понял. Так, надо валить отсюда. Надо отсюда валить. Да. Так, ой-ой-ой, как лагает. Чтоб тебе 500 зомби, они уже помирают, я смотрю по цифрам. Охренеть, боже. У меня сколько FPS? У меня 4 FPS, ребят, у меня 5 FPS. Нет, они меня достанут, не хочу. Нет, я не хочу поиграть. Нет, вали и ряды. Нет, они, ребята, все, это капец. Ребята, это конец, они его убили. Нет, не убейте, нет, чтоб тебя. Нет, не хочу, нет. Пожалуйста, не трогайте меня, полсердечко. Полсердечко, фух, тихонечко. Не надо, не валите зомби. Нет, житель, держись. Блин, как я выжил. Полсердечка. Не знаю, 5 FPS, вы издеваетесь? Ой, блин, не падай. Сюда не падай, пожалуйста. Так, надо их вот здесь валить. На. Отлично, блин. У меня всего 15 минут получается. Сейчас 6.20. Ладно, так, это какой? Это 6-й уровень, нифига ты уже как алмазник почти. Так. Ой, ёпта. Я чуть... Железный голем? Я не знал, что вы здесь бываете. А, ты нормальный? Подожди, я зомби не вижу. Он агрессивный моб? Что за фигня? Где зомби? Ребят, я, может, не заметил его просто? Так, вот, нашел зомби последнего. Он спрятался, блин, собака такая. Так, сейчас будет уже 7-й уровень. Я уже боюсь представить... Сколько? 800? Ты прикалываешься? У меня даже еда уже не естся. Как у меня это записывается, ребят? Ребята? У меня, ребят, просто, я не знаю, у меня, по-моему, 3 кадра в секунду максимум. Просто, вы посмотрите, что происходит. Вы посмотрите просто, что происходит. Я их хоть и валю, хоть они быстро умирают, но просто FPS, он реально нереальный просто. Они пробираются. Что в тебя? Сколько FPS мало? Ой. Все, они атакуют. По-моему, это конец, ребят. По-моему, это конец. На последней волне не хочу умирать, пожалуйста. Чтоб тебя. Нет. Иди себе, падла. Нет. Я живой?
Нет, не бейте! Мрази! Паскуды, мрази твои, не бейте его! Алмазник, 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 до свидания. Где, 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 где? Где забаги, которые валят его? Блин, вот это зомби седьмой уровень, конечно. Ну-ка, отсюда идите. Идите отсюда, пожалуйста, пожалуйста, не надо. Что меня валит опять? Да чтоб тебя, ребят. Я извиняюсь, правда, за такой, так сказать, просадок FPS. Потому что, ну, вы, думаю, и так без меня прекрасно понимаете, то, что мобов очень много. Так, фух, я живу, ребят, я живу. Короче, оказывается, умирать-то можно. То есть, получается, житель должен выжить. То есть, на меня пофигу. Я-то думал, у меня вот самого одна жизнь, я поэтому боялся умереть. Но, короче, короче, как-то так, да. И у меня, кстати, написано вот справа, то, что смерть у меня одна. Да, я так понимаю, разработчика 0 смертей. Но, как-то реально очень сложно, очень лагано, очень слишком как-то сильно, да. Я думаю, конечно, если бы какую-нибудь анимацию я бы убрал бы, может быть, не лагало бы, но как бы это у нас все равно уже последняя волна, поэтому думаю, что это не так страшно, если я уже доиграю так. Охренеть! Нихера себе вас количество! А големы-то откуда взялись? Что за фигня-то? То есть они, получается, мне помогают? Я только не могу понять, правда, откуда они взялись. Так, есть. Не, конечно, лук их прям вообще капец как валит вообще. Молодцы, молодцы големы. Но они их прям это самое валят тоже. Да, ну, в принципе, что я могу сказать. Мы за 15 минут управились, да. То есть я, получается, победил в этом раунде. Я же себе 15 минут ставил. Да, и это на самом деле не может не радовать. Но было очень сложно. Я на самом деле вообще, ну... Я думаю, я бы не умер бы, если бы не эти лаги, потому что, ну, лаги прям реально капец какие сильные. Сейчас главное, вот посмотрите на FPS, 100 FPS, нормально, нет? Да уж. Окей. Зомби где-то там затусили, блин. Надо их сейчас к ним подойти как-то вальнуть. Так, раз. Ну, я думаю, что они еще где-то у моей базы тусуются. Просто я их не заметил где-то. Потому что еще два зомби. А вот еще один. Так, обычный, по-моему, уровень. И последний, где последний, скажите, где последний, опять где-то у меня, наверное, на базе спрятался, сейчас жителя добьет, и я поиграю. Поэтому надо быстрее сюда бежать, я чуть в лаву не упал сейчас. Нормально? Что за фигня-то? Ребят, все. Видимо, его добили. И я победил. Да, я победил. Это, конечно, не может не радовать, у него уже что-то было, да? Так, давайте еще посмотрим, что у нас здесь есть. Острота 10, у меня 13, учитывая то, что здесь гребаная кожаная броня. Да, у нее тут плюс максимальное здоровье 20, то есть это получается я взял штаны, например, вот так вот. И да, у меня плюс сердечки, очень даже много, да, плюс еще 10 сердечек. Ну как бы мне этого не надо, потому что вообще невыгодно это брать. И самое прикольное то, что я яблок не взял. Но вот это, по-моему, самое четкое, ну-ка. Ну, здесь острота вся меньше. Вот, обычные яблочки могу взять. Давайте я возьму вот этот топор. Офигенный. Возьму, наверное, вот этот нагрудник на защиту. Голову, не знаю зачем. И лук возьму, да. И давайте, наверное, я сделаю вот так вот, чтобы было честно. Я сделаю вот то, что у меня доступно, так сказать, да. То я и буду использовать. В любом случае, давайте попробуем. Не знаю, что у нас получится. И, короче, давайте я сразу тогда в этот раз отключу анимацию полностью, да. Ну и сделаю, ну, вот это оставлю, наверное, пятерочку. Пятерочку сделаю. Это я отключил. То есть лагать должно намного меньше. Но не знаю, как это скажется. В принципе, пока что это заметно ничего не будет. Ну, давайте, в принципе, две волны, так сказать, в рукопашку сейчас добьем. Так, все, первая волна вообще легкая. Но вот здесь уже немножечко поинтереснее становится во второй волне. Хотя тоже, как бы, не скажешь, что прям супер интересно. Да, смотрите, как я сейчас буду их просто уничтожать с помощью лука. Лук, конечно, вообще супер имбовый какой-то, да, супер топовый. Да, у него сила 20, еще он огнем стреляет. Это вообще просто лучше быть не может, да. То есть они в любом случае, видимо, помрут рано или поздно. Короче, ай, блин, тихо-тихо, мне бы сейчас не помереть. Так, надо яблочко съесть. Надо яблочко съесть. Отлично, отлично. Все, да свидули, зомбаки. Да свидули, да свидули, да свидули. Теперь я говорю. С
следующем раунде то ли около 100 штук должно быть, насколько я помню. Но тут уже поопасней. Чтоб тебя, чтоб тебя. Надо поосторожней. Они уже бегут. Стоп, 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 стоп. Так, так. А, они закрыты, они закрыты. Все хорошо. Они уже и с той стороны нападают. Тихо, тихо, тихо. Я вижу, вижу, вижу. И главное уничтожать, потому что... потому что будут большие проблемы с этим жителем, да. Я не хочу, чтобы его грохнули, а иначе будут проблемы. Иначе будут достаточно большие проблемы. Так, здесь у нас никого нету, здесь у нас... Я на самом деле случайно сейчас переключил вот это дело. Так, так, так. Три зомби осталось. Они сейчас сгорят просто, отлично. Вот этим я, кстати, могу стрелять. Здесь на самом деле очень много чем можно стрелять, но просто-навсего это в таком количестве здесь не нужно, потому что для одного человека это действительно, ну как-то... Я же не могу во всех местах сразу быть. Да, но сейчас больше половины, я думаю, что сейчас просто из-за огня помьет. Или все вообще помрут. Ой-ой-ой, бегут, 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 бегут. Валим, 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 валим. Валим, валим, валим их, просто валим. Потому что вылазят. Вылазят прям крысы. Какие-то крысы. Так, до свидания. Закрыл. Ой, они все равно с этой стороны теперь нападают. Я-то, блин, думал, что только с одной стороны их больших количеств будет. Так, давай, до свидания, до свидания. Так, поем легкое яблочко. И все будет четко. Все, отлично. Отлично, отлично, отлично. Где зомбаки? Чтоб вас, блин. Все, это последний зомбак. Он еще так смешно в воздухе умер. И давайте попробуем теперь... быстренько, так сказать, затащить все эти 7 раундов, потому что лагать должно меньше, но я не уверен. Хотя вроде как уже как-то более-менее терпимо, но это все равно не 700 зомби, поэтому пока непонятно. Да умри ты. Так, ой-ой-ой, атакуют, атакуют уже. Атакуют. Да, я понимаю то, что атакуют зомби, который сверху бегает, но я не могу просто сейчас за одним зомби вот здесь бегать. И не обращать на остальную толпу, потому что этот зомби, скорее всего, на меня потом наагрится и отойдет от жителя, да. А так, блин, все будет очень плохо. Самое прикольное то, что его я могу сам убить, но я этого делать не буду. Я уже когда-то пробовал, да. И, короче, я их уже добиваю. Итак, волна номер 5. Вот он, железный голем появился. И лагать просто ужасно начало сильно, да. Я сразу спускаюсь вниз и жду наплыв. Я уже что-то вижу. Я уже вижу зомбаков. Я уже вижу зомбаков. Тихо, тихо, тихо. Опять 0 FPS. Просто прекрасно. Так, 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 так. Тихо, тихо, тихо. Блин. Фух, хорошо, что хотя бы... Ой, блин, лук выкинул. Хорошо, что, блин, хоть лагает как-то сильно, конечно, но хотя бы как-то, не знаю, FPS хоть 10 уже стало. Да, потому что так хотя бы играть можно. Ну, уже хотя бы FPS какой-то... Уже как бы с таким FPS играть можно, да. Так, ну зомби вот, они уже почти умерли. Они здесь все из-за огня помирают. С другой стороны, это даже хорошо. Потому что мучиться при 5 FPS убивать 600 зомби, ну как-то, знаете, вообще неприятно. Да, вот они еще эти зомби. Так, открываю. Добиваю. И начинается страшная 7-я волна уже даже, да. Где просто миллион зомби сейчас заспавнится. И мне кажется то, что это, ну, не круто, да. Так. Так, пока не появились. Закрываю люк. Он закрылся хотя бы. Что-то прям реально, нереально прям лагает. Да. Ну вот это самая сложная волна, блин. В этом огромном количестве зомбаков. Тем более еще, блин, 7 уровня. Это, конечно, вообще хуже быть не может. Но я думаю, что можно вот так вот боком стоять. Здесь FPS уже большой. Я думаю, что так, конечно, будет круто. Да, вот, смотрите, смотрите. Так, давай, 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 давай. Нет, они атакуют. Падлы, 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 падлы. Давай, давай. Так, зомбаки, зомбаки. Давай, давай. Не атакуйте жителя. Жителя не трогайте, падлы. Собаки, твари. Вот 7 уровень пошел. 7 уровень зомбоей. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Давай, 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 давай. Валят, валят, валят. Тихо, тихо. Валю, валю, валю. FPS немного. Но когда я поворачиваюсь, уже много. Поэтому жить можно. Так, давай, 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 давай. Где вы, где вы, где вы? Они прям валят, ребят. Они прям валят его. Тихо, 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 тихо. Главное, главное в бок смотреть. Они валят, прям надпись внизу показывается. Так, тихо. Сверху, не бейте, падла.
Они просто туда наступают и начинают убивать его. Тем самым. Они его уже так-то убить не могут. Наверное. Так, давай, 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 давай. Умирайте все просто. Умирайте, умирайте. Давай. Давай, 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 давай. Давай, давайте. Идемте, идемте ко мне, идемте ко мне. Просто все уже успело. Давай, давай. Лук, стреляй. Так, меняемся. Тут полегче зомби. Так, зомбаги, зомбаги. До свидания, до свидания. Это уже легкий для меня уровень. Давай, давай. Лук как будто не стреляет. Да, не всегда стреляет. Осталось 10 зомби. Это меня не может не радовать. И в этом раунде явно житель не так сильно пострадал, как в прошлом. В прошлом, мне кажется, еще пару ударов, и он бы умер. Потому что там прям атаки чуть ли не в каждом раунде были на жителя. Поэтому это радует, на самом деле, то, что в этот раз я даже не умер. И эта волна была полегче, но я убрал, как видите, анимацию. Зомби, зомби, зомби. Да помирай ты уже, ну что ты такой живучий-то? Так, вот еще с той стороны бежит. Ну их тут с других сторон очень мало. Мне кажется, если бы они бы с четырех бы сторон нападали бы по 200 штук, тогда бы не так бы сильно бы лагало. Они с одной стороны прям кучей идут, и поэтому лагает просто дичайше. О! Иди отсюда. Все. Волна пройдена. И я прошел ее просто за 9 минут, даже меньше. За 8.30. Ну что ж, ребят, в принципе, напишите в комментариях, как вы считаете, крутая ли эта карта была или нет. Мне кажется, то, что действительно очень интересная карта была. И я еще быстренько бы, очень бы, знаете, что хотел бы? Я бы хотел бы взять самый крутой кит просто, который здесь есть на этой карте, да. Кожаную броню и оружие, да. Оружие в яблочке я оставлю, потому что они везде есть. Так, вот внизу они есть. И просто попробовать с этой броней здесь сыграть, чтобы было все честно, да. Все, погнали, короче, погнали. Я буду прям воевать прям здесь. Прям на этой арене. Я просто не знаю, через сколько я умру. Но в первом раунде, понятное дело, то, что и без брони даже не убьешь. Ну, как бы, в любом случае. Короче, первый уровень это обычный зомби. Второй это, видимо, уже более такой, как бы, одетый, да. Так сказать, и может быть они побыстрее немножечко, хотя вроде те же самые. Да, вроде никаких особенностей у них нету. Кстати, я бы лучше бы хлеба бы питался бы, чтобы было более честно, а то я этими яблочками никогда не умру. Да. А если вспомнить вообще яблоки из 1.8 там какой-нибудь версии, то там вообще, блин, умереть правда невозможно. А сейчас у нас третья волна, и вот здесь уже как бы просто так воевать уже на самом деле не получится. Ой-ой-ой, валят. Вот уже прям сильно больно. Больно. Собаки твои давят. Просто убивают. Посмотрите, у меня сердечки просто уже не успевают восстанавливаться. Давай. Да чтоб тебя, я сейчас умру, ребят. Я умер. Как вы видите, это было достаточно просто, да. С третьего раунда уже правда можно умереть. Че, убиваешь его, да? Че так долго? Мне вот просто интересно, сколько еще ждать. Зомби, ты издеваешься? Ты можешь его уже убить? Реально, он тут уже стоит секунд, не знаю, 25, наверное, его убивает. То есть вот такие вот звуки происходят. Он самоубился. То есть... Ну, ладно, я помолчу. Ладно, ребят, все, спасибо за просмотр. Я уже быстрее заканчиваю запись, потому что сейчас умрет этот зомбак. Вылезет в пятая волна с 300 зомби и будет вообще нехорошо. В любом случае, ребят, все, всем спасибо. Я вот снимаю шляпу, да. Всем спасибо, пока-пока и удачи.